В главной фан-зоне Евровидения 2017 проходит концерт крымско-татарской музыки и танцев. Таким образом, организаторы решили представить культуру победительницы прошлого конкурса Джамалы. Сейчас там находится наша корреспондентка Лидия Полянская. Лидия, вы в эфире. Сейчас мы находимся за кулисами сцены главная фан-зона Евровидения 2017. Послушать крымско-татарскую музыку собралось около уже несколько сотен слушателей. Сейчас на сцене поет Алия Хаджабадинова. Следующей на сцену готовится выйти Эльзара Баталова, которая стоит рядом со мной. Эльзара Ханум, что будете сегодня исполнять и чем хотите поделиться со слушателями? Селям алейкум, дорогие телезрители канала АТР. А я хочу сказать, что мы в центре Киева, на Крещатике дарим сегодня крымско-татарскую культуру. Я счастлива быть сегодня со своими коллегами. Хочу передать привет всем крымчанам, всем крымским татарам. Крым – это наша родина. И сегодня песня «Келебарь» про это. Моя песня с авторстве с Нариманом Баличем о том, что Крым наш, и все будет прекрасно, весна придет. Спасибо всем, кто пригласил на этот праздник. Спасибо Джамале за эту победу. Она сделала нам всем подарок. Спасибо. Больше информации о том, как прошел концерт крымско-татарской культуры в следующем выпуске «Заман».